Мам. Мам, я кушать хочу. Там на полке хлеб есть. А вот что бы ты сделала, если бы тебе сказали, я исполню любую твою мечту? Но только одну. Я бы, наверное, загадала, чтобы моя мама любила только свежевыжатый сок. Что? Мороженое? Пойдем дальше, нет у меня таких денег. У меня просто 10 рублей не хватает. Можешь добавить? Нет, конечно. Я ведь зарплату еще не получила. А пирожное? Так оно еще дороже. Ты же знаешь, у меня шланги горят. Зачем тебе это мороженое? Иди, потерпишь. Привет, Нин. Дай мне литрушечку. Ребят, напоминаю, завтра сладкий стол. А у меня мама уже пирог приготовила. А я бабушку попросил ватрушки испечь. Вау, какая красота! Ну, молодцы. А как пахнет. А я купила десерты. Держи. И конфеты. Ну, а ты чего принесла? Фу, это что такое? Это пирог. Фу, я это есть не буду. Я тоже. Чё-то цвет какой-то странный. Я его сама пекла. Я такое не рискну в рот брать. У тебя клопы, небось, и крысы. Выброси лучше и вообще больше ничего не приноси. Я так старалась, думала, вам понравится. Могла бы конфет купить каких-нибудь. Толку было бы больше. А кто еще деньги не сдал? Я сдал. Я вчера еще сдала. Гудкова, ты чё там прячешься? Как обычно, ты одна осталась. Когда деньги сдашь? Я забываю все время у мамы спросить. Не тяни, чтоб завтра принесла. Пиво купила. Мам, мне в школу нужно деньги сдать на ремонт. Какой еще ремонт? У нас в квартире ремонта лет 20 не было. На школу сдам. Ага, сейчас. Нет, скажи денег. Я одна тебя воспитываю. Я не поняла, ты чё это? Откуда деньги взяла? Мне сегодня мама одноклассницы денег на обед дала. Я вот сэкономила, еще пирожное купила. И не стыдно? Мать тут с похмелья помирает, а она тут пирожное с мороженым сидит жрет, бессовестная. Деньги остались? Иди мне пиво купи и побыстрее. Смотри, сколько вещей нашла. Целый мешок одежды выбирай. Это мне? Смотрю, значит, мужик мусор выбрасывает. Такой прилично одетый. Хорошо, я первая метнулась. И что ты думаешь, там уже Машка на стрёме стояла. Хорошо, я успела отхватить тебе. Класс! Смотри, какое платье. Это я на выпускной одену. А в этом, наверное, на занятия ходить можно. Видишь, мать твоя какая добытчица. Спасибо, мама. Сделал дело. Теперь можно и выпить. Класс. Как же я устала за сегодня. Мам, ты можешь не пить? Завтра ведь на собрание идти. Собрание завтра? Значит, завтра пить я не буду. Ух ты, какая у тебя мама красивая. Молодая такая. А твоя где? Моя вот идет. Блондинка, видишь? Да-да, конечно, конечно. Модная такая. Одевается по-молодежному она у тебя. Боже, а это кто? Алкашка какая-то. Интересно, чья это мама? Хотя я догадываюсь. Тихо.
Она рядом, оказывается, она все слышала. Да и пофиг, тебе-то что? Это пусть ей будет стыдно, что у нее мать такая. Че, водка закончилась? Вон Аньку пошли, пусть бегает. Дочка. На, иди в магазин гоняй. Водяру купи. Мам, я уроки делаю. И че? Сгонять 2 минуты. Сигарет тоже возьми. А мы пока ты ходишь, с твоей мамкой порезвимся. Ну, Петь, какой ты у меня любвеобильный, оказывается. Слушай, давай твою Аньку поженим вон с Андрюхой. Он хоть и бухает, но работает. Ты будешь всегда в шоколаде. Да я не против. Думаю, Анька тоже. Слушай, постирай уже рубашку. Смотри, ты как чушка ходишь. Запах уже даже появился. Да давайте ей всем классом скинемся на порошок. Я бы еще, кстати, ей дезодорант и мыло добавил. Пусть уже перестанет тут воздух портить, раз мама не может обеспечить ей элементарное. Вот что вы уши греете? Да, кстати, я согласна. Сзади тоже не против. Тебе самой не стыдно, что тебя все обходят стороной? А, вот, это тебе. Иди помойся и одежду постирай. Ты же девочка все-таки. Ты это, мальчика у тебя еще нет? Нет. А откуда ты эти причиндалы принесла? Шампуни? В школе подарили. Ты смотри, у меня там, подоле не принеси. Самим жрать нечего. Еще высерка твоего кормить. В школе никто не обижает? Нет. Если что, говори, не бойся. Петнинг, тебе шампунь по дешевке не нужна? А где ты взяла? Украла, что ли? Да, Аньке мои подарили. Вот, продаю. На бутылку 50 рублей не хватает. Возьми шампунь за полтинник. Да оставь девчонке, пусть помоются хоть. Ой, кто ее видит? А мне надо, мне необходимо. Берешь, нет? Так, на тебе 50 рублей, иди купи бутылку, а ребенку шампунь оставь, имей совесть. Опять чумазая пришла. Тебе уже причиндалы подарили помыться. С тебя только осталось засунуть себя в ванную. В чем проблема-то? Да давайте насильно ее кинем в ванну и пусть отмокает. А вообще, если человек свинья, ему ничего не поможет. Можешь хотя бы объяснить, почему ты в таком состоянии опять? Ой, все, отстаньте от нее, видно же, что не хочет. Пусть ходит как свинья, значит, ей так нравится. Эгоистка, только о себе думает. Господи, скорее бы уже пособие отправили. Позорище. Выпить не на что. Мам, может, мы за воду заплатим? Мне искупаться хочется. В школе ребята жалуются. В смысле жалуются? Я им пожалуюсь. Я ведь последний раз летом купалась, когда на озеро ходили. Тут одним пособием не отделаться. Сейчас за воду заплатим, а жрать на что будем? Терпи уже, пока пособие не прибавит. Блин, какие они вкусные, я бы их целую вечность съела. Обожаю коржики. Сэндвичи лучше, особенно когда хлеб хрустящий. О, смотри, Ванючка пришла. Неужели бабки есть? Или пришла понюхать? Ушла, точно пришла понюхать. Итак, все смотрим на доску. 2y в квадрате плюс... Что? У нее в животе бурлит. Я что-то смешное пишу?
Да у Аньки в животе ураган. Она сегодня, наверное, не ела ничего. Аня, мама бутерброды дает на обед? Понятно. С завтрашнего дня питаешься бесплатно в столовой. А вы, если бы были немного добрее, угостили бы Аню и не сорвали мне урок. Дзин, можно у вас искупаться? А у тебя никаких болячек на теле нет? Нет. Ну, подними кофточку, я посмотрю. Тит Люб, можно у вас помыться? Нет, у нас дома воды нет горячей. Привет, Анечка. Ты что-то хотела? Я искупаться хотела. Пойдем ко мне. У меня искупаешься. Чайку попьем. Сейчас я сбегаю за полотенцем. Мам, а где мой шампунь, который подарили? Его уже месяц как дома нет. Вспомнила. Месяц не пригодился, значит, не особо и надо было. Иди купайся, там есть шампунь. Ань, а ты скоро? Анечка, у тебя там все нормально? Да, я сейчас выхожу. Ань, ты купалась 2,5 часа. У меня уже чайник успел 3 раза остыть. В школе-то у тебя друзья есть? Нет. Что, даже подружки нет? Со мной никто не дружит. А почему? Ну, они смеются надо мной и дразнят грязнули. А почему ты раньше ко мне не подходила? Явилась, не запылилась. Небось, накормили тебя там? Нет, я там только чай попила с пирожным. А взаймы попросила? Ну, правильно. Зачем о матери думать? Свой род ближе. Давай, иди обратно, попроси денег на хлеб. Ой, Анечка, ты что-то оставила? Я тебе тут продуктов собрала. Да я просто забыла сказать вам спасибо. Мам, смотри, что я принесла. Ты что, и денег дала? Нет. Ну ты эгоистка, себе пожрать принесла, а мать без выпивки оставила. Боже, сейчас красный снег пойдет. Ты помылась? А красотка-то какая, оказывается. Ой, не влюбись, придурок. Ну, наконец, теперь можно дышать полной грудью. Не расслабляйся, вещи-то грязные одела. Анька, сегодня не будем в животе бесплатную музыку слушать? Не забудь, с сегодняшнего дня ты бесплатно жрешь. Ой, не переживай, не забыла. Наверное, я всю ночь не спала. Я тебе тут вещички принесла. Посмотри, может, подойдут для школы. Спасибо. Анька, денег не забудь занять. На, дай маме. Ого, отпад. Фига ты приоделась. Что это? Гуччи? Я в шоке. Украла, небось. Итак, проверила ваши контрольные. Все написали на 2. Единственная 5 на весь класс у Ани. Молодец, Анечка. Ой, да она шпаргалок, небось, наделала. Не выдумывай. Обалдеть. Не поняла. Только вчера мама вынесла на свалку такой пиджак. Мама говорила, у нее вроде подмышкой было протерто. Ну, Ань, подними руки. Да давай, поднимай. Ну давай, давай, не вредничай. Вот она дырка.
Позор, со свалки одевается. Так вот откуда гучи взялись. Кстати, я вчера и мамаша видела, на мусорке ковырялась. Жесть! Купить-то пиво или вина? Молока или кефира. Полезнее будет. Я хотела с вами поговорить по поводу вашей дочки. Я бы очень хотела, чтобы Аня жила у меня. Я хочу ее удочерить. Еще чего? Я дам ей хорошее образование. Она вырастет человеком. Ха, чего удумала? Ну хорошо, какое вы ей будущее готовы обеспечить? Пошла вон! Своих надо было рожать. На пузырь бы лучше добавила. Правду Лена говорит. Зачем девчонку мучаешь? Отдай ее. Голодная, грязная, раздетая. Что ты ей сможешь дать? Заткнись, не твое дело. Твоя вон подходила сегодня ко мне. Ленка-то. Отдай, говорит, дочь свою. Обнаглела совсем. Думает, пару раз дала на похмелку. Дочь теперь может забрать. Образование дам. Будет человеком. Мам, может, ты и вправду отдашь? Я буду к тебе приходить. Буду денег приносить, продукты. Нет, доченька, не бросай меня. Кому я нужна? Я погибну, собьюсь совсем. Я обещаю больше не пить. Только сейчас выпью в последний раз. Кому ты нужна? Кормить тебя еще и одевать. Это кахоборка на бухло-то вон копейки дала. Давай, пошла отсюда, продажная шкура. Ты чё это такая мятая пришла? Нерасчёсанная какая-то. На свалке, что ли, спала? Так, что опять за шум тут? Ань, ты что, заболела? Наверно. После уроков не уходи, меня дождись. Вместе домой пойдем. Мам, совсем плохо, да? Ага. Тебе поесть, наверное, надо. Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой. Не останови меня. Не знаешь любви иной. Мам, выпить хочешь? Я пиво купила. Нет, доченька. Пиво, наверное, мне уже не поможет. Мам, ты что такое говоришь? Не пугай меня. Ты ешь, ешь. Я в школу скоро вернусь. Что с вами? Я подумала и решила. Вы можете удочерить Аню. Еще одну мамашу привела. Вы посмотрите, до какого состояния вы девочку довели. Я буду подавать на вас заявление в органы опеки. Ну, давай за это и выпьем. Анька, сгоняй за бухлом. Ты что пьешь? Ну-ка, перестаньте. Это уже наглость, вам не стыдно? Ой, давай, давай, вали. Не причитай мне тут. Без тебя тошно. Что не так-то? Мне кажется, вы совсем ничего не понимаете. Конечно, не понимаю. Голова квадратная. Ты же выпить не принесла. Иди, не компенсируй мой мозг. Не смогу ни дня без улыбки твоей. Ни на земле нету людей родней.
Я за тобой туда, куда скажешь ты. Смотри, смотри, кто стоит. Ты ангел мой, предел моей высоты. Я в шоке. Пойду, подам нищенке. Ну спой еще для нас, Шакира. Для нас ты споешь? Спой, я сказала. Куда пошла? Ты не поняла, что ли? Я тебе сейчас деньги буду платить. Спой мне. Пой, я сказала. О, Катька. Катюх, ты что, очки новые купила? Катя, очки снимай, урок начался. Можно я сегодня в очках посижу? Снимай, говорю. Божечки, где это ты так? Ей наша тихоня вчера двинула. Да ладно. Нифига себе. Так, после уроков остаетесь обе. Ну, теперь понятно. Вы обе хороши. Ты понимаешь, да, теперь свою ошибку? А ты, Ань, пойми, что кулаками проблему не решить. И вы должны друг у друга извинения попросить. Извини. Здравствуй, Анечка. Ань, у меня документы почти все готовы. Скоро ты будешь жить со мной. Простите, но мне нужно маму кормить. Ку-ку, мы здесь. Я пришла извиниться. Мы все хотим извиниться. Извиниться. Ты же хочешь, чтобы я перед тобой извинилась? Извини. Кто еще хочет извиниться? Я хочу. За что? Что я вам сделала? И я хочу. Не надо, остановитесь. Ну что, извинения приняты? Только попробуй кому-нибудь рассказать, что это мы. Что с тобой? Тебя избили? Мам, давай уедем куда-нибудь. Далеко-далеко. Я завтра в школу пойду. Нет, только не это. Так, кто вчера мою Аньку побил? Значит, вы раз молчите. Катька первая начала. Ты что себе позволяешь? Бессовестная. Отпустите меня, от вас воняет. Отпустите. Знаешь, что я тебе сделаю? Не трогайте меня своими грязными руками. Только тронь ее еще. Фу, фу. Фу. Тетлен, я вас жду. Привет. Я бы хотела искупаться. Пойдем, конечно. Что это у тебя? Опять в школе неприятности? Смотри, что я тебе купила. Пойдем. Ух ты! Этот костюм от Дольче Габбана за копейки взяла. Пальто Макс Мара. Вот будешь в школу ходить в нем. А это Версачи. Тоже на распродаже взяла. Спасибо! Какое оно классное! Завтра я его одену. Как раз у нас праздник завтра в школе. Ань, а можно мне поприсутствовать на празднике? Ну, конечно, можно. Ну, тогда представишь меня как свою тетю. Нифига себе! Вот это у нее прикид! А это что за тетка? Раля какая! Ну, пойдем найдем твоих подружек. Ань, а кто это с тобой? Моя тетя. Крутая тетя у тебя. Ты видела, какие у нее ботфорты? Офигенные.
Может, хватит уже шмотошники? Барахло отстой! Ну, Анечка, познакомь меня со своими подружками. Я Света. Так. А я Ира. Очень приятно, девочки. Смотрите, что я вам принесла. Держи. Класс, спасибо. И тебе. Я с чужих рук не беру. Зря ты не познакомилась. Тетка-то классная. Да пошли вы, позорники. И чё вылупились? У вас теперь своя семья, так что топайте и не оглядывайтесь. Мам, я же никуда не ушла. Я с тобой. Она теперь твоя мама. Нет, я тебя не брошу. Но тебя все равно заберут, доченька. Мамочка, ну не отдавай меня никому. Если вы захотите, ее никто не заберет. Все от вас зависит. Возьмите себя в руки. Возьмите, наконец, себя в руки. Устройтесь на работу, перестаньте пить. А для начала поднимитесь ко мне и искупайтесь. Мам, ну пожалуйста. Господи, какая же вы симпатичная. Чаю будете? А покрепче ничего нет? Привет, Нинк. Пузырь Дайфтолк и зефира 100 грамм. Людка, ты что ли? Тебя вообще не узнать. А что зефир-то? Лучше возьми, девчонки, вон сосисок поесть. А чем я тебе за них отдавать буду? Ну, за пузырь ты же найдешь, чем платить. Ладно, давай сосиски. Иди, ешь. Я тебе там сосисок принесла. Сосиски? С магазина? Или... С магазина. Ура, сосиски! Мам, ты чего такая без настроения? Да сосиск тебе купила, а сама без выпивки осталась. Ну, хочешь, я пойду пиво принесу? Нет. Здравствуйте, я по поводу работы. 50. Не подхожу. До 40 лет принимаете. Да-да, здравствуйте, я насчет работы звоню. Нет, продавцом не работала. Не возьмете без опыта? Нет, образования нет. Может, есть какая-нибудь вакансия для меня? Дворником или уборщицей? Ну, хорошо, я перезвоню. Мам, в нашей двери цветы были. Наверное, это для тебя? Если бы это было мне, мне бы бутылку кто-нибудь оставил. Это, наверное, для тебя. Для меня? А кто? А может, дверьми ошиблись? Мам, ну что, нашла работу? Нет, без опыта и образования нигде не берут. Уборщицей или дворником пойду. Да, ищу. Продавцом. Спасибо огромное. Представляешь, меня продавцом берут. Господи, 100 грамм колбасы и штрудель яблочный. Я извиняюсь, но может вы перчатки все же оденете? Извините, я забыла. Надо будет пожаловаться вашему руководству. Сразу перестанете забывать. Можно мне вон тех конфет грамм 300? Да, конечно. Вот, 300 грамм. Ой, нет, не хочу. А можно мишки в лесу? Конечно, конечно. Ой, нет, не те мишки, оказывается. Здравствуйте. Можно мне бутылку водки кедровой? Пожалуйста. Да это не мне, я не пьющий. Друзей встретил, давно не виделись. И можно мне вон ту коробочку конфет? Нет, это вам. Сдачи не надо. Спасибо.
Анька, смотри, что принесла. А меня сегодня мужчина угостил. Класс, поздравляю. Пельмени захотелось. Можно пачку? Кстати, конфеты вкусные были? Вкусные. Ну, тогда еще вон ту шоколадку. Здравствуйте. Лен, извините, а чем вы это... Ну, ресницы мажете. А зачем вам? Намазать хочу. А, у меня, кстати, новая лежит. Я подарю вам, если хотите. Вам, кстати, воду подключили? Да-да, спасибо. Мам, ты реснички накрасила? Ну да, я ведь с людьми работаю. Опять мужчина приходил? Приходил. Анечка, я маме тут помаду принесла. Передай ей. Тетя Лен, мама сегодня опять выпила. Влюбилась она. Ну, вы ведь даже не знаете, как его зовут. Что вы себе напридумывали? Работайте в хорошем месте. Вас окружают люди. Встретите вы еще хорошего человека. Значит, это не ваш человек. Здравствуйте. Девушка, подскажите, пожалуйста, это пятно чем можно вывести? Попробуйте вот этим пятновыводителем. По-моему, так и пробовал. Чем только не тер. А замачивать пробовали? Давайте я вас приглашу домой, и вы сделаете что-нибудь. Я вам заплачу. Нет, извините. Здравствуйте. Любочка, выбирай, что хочешь. Здравствуйте. Может, шампанского на ужин возьмем? И шоколадку с кокосом. Можно я выйду? Что-то мне жарко. Что с вами? Вы же... А, конфеты. Да-да, возьмите коробочку. Хорошего вечера вам. Мам, ты что, опять выпила? У него женщина. Ну и что женщина? Ты что, влюбилась? Представляете, все отстиралось. А это вам презентик от меня. Спасибо. Кстати, а как вас зовут? Людмила. Очень приятно. А меня Никита Владимирович. Ань, опять цветы нашла. Да кто ж это? Не знаю. С этим разобраться надо. А у меня вот что. А что это, мам? Никита Владимирович подарил. Еще один? Я же не виновата, что я у тебя такая симпатичная. С таким успехом ты скоро замуж выйдешь. Ты что тут делаешь? Ты? Видимо, скрывать больше не получится. Дело в том, что... Ань, я давно тебя люблю. Это тебе. Неловко как-то. Давай дружить. Смотри! Тихоня называется. Тихоня, Тихоня, а с мальчиками крутить раньше нас начала. Ага, глядишь, скоро пузатая придет. Так, может, хватит уже смеяться над ней? На себя посмотрите. Че, завидно, да? Ой, чему завидовать-то? На вас мальчишки не смотрят? Умник нашелся. Так, что за шум, а драки нет? А Аня с Вовой встречаются. Перестаньте уже сплетни собирать. Урок начинаем. Аньк, тут такое дело. В общем, Никита Владимирович хочет прийти и познакомиться с тобой. Да ты что? Что будем делать? Порядок надо наводить. Воду нам дали. Давай убираться. Мам, давай выбросим всю старую мебель. Я попрошу Вову, он нам поможет.
Смотри, мусорщики идут. Ты чё, тоже в мусоре стал копаться? Интересно, а родители знают, что ты мусор собираешь? Слышь, рот закрой. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо выглядите. Мне, пожалуйста, баночку тушенки и пачку макарон. Пожалуйста. Ну и коробочку конфет. Ну, конфетки это, наверное, лишние. Ну, почему же? Юлечка очень любит конфеты. А вам какие взять? Нет, спасибо, мне не нужно. Не хотите? Ну, давайте тогда я две коробки заберу. Моя сестра сладкоежка еще та, обе съест. Он, наверное, побрезговал. Мам, может, просто у него времени нет? Только не пей, пожалуйста. Мам, а давай Тетлену позовем, Вовку. Пусть придут, покушают. Ой, как вкусно. Молодцы, девчонки. Да не переживайте вы так. А вообще, все, что не делается, все к лучшему. Вас не было 3 дня. Да-да, я в командировке был. Может, поужинаем вместе? В ресторане. Лен, что делать? Идти не идти. Идти-то не в чем. Идите, конечно, я вам что-нибудь подберу. Мам, какая ты красавица! Мам, только не пей, пожалуйста, в ресторане. Я не буду. Ну как я вам? Вас совсем не узнать. Вам очень идет это платье. Может, по бокальчику? Может, и еще предложите? Такого же или другого? Еще по бокальчику. Да давайте сразу бутылку. Хорошо. Официант, так все вкусно. Ну что, будем собираться? А что, продолжения не будет? Ой, на платье капнуло. Держите салфетку. Главное, что 5 не осталось. Как я его Ленке отдам? Продолжение? Честно говоря, мне завтра на работу рано вставать. Да и поздно уже. Давайте собираться. Можно мне бутылочку с собой? С подругой хотите выпить? Да нет, домой пойду. Мам, ну как сходила? Нормально сходила. Вот еще бутылочку принесла. Ну, мам. Что, мам? Ты что, не видишь, что я трезвая? Давай, накрывай на стол. Знаешь, мне кажется, он в меня влюблен. Мы так хорошо посидели. Здравствуйте. Давно вас не было. Как это давно? Позавчера только был. Вы сегодня выглядите как-то по-особенному. Как это? Загадочно, что ли. Баночку кофе можно мне? Шоколад? Ну, конечно, возьмите. Эх, какой мужчина! Какой мужчина? Мам, что опять? Дочка, я такая счастливая. Никита Владимирович, вы зачем Людмилу спаиваете? Так это было-то на той неделе. И то один раз. Вы лжете. Она вчера пьяная пришла. Она очень ранимая. Если вы к ней несерьезно относитесь, оставьте ее в покое. Что такое произошло, что она пить начала? А это вас пока не касается. Ань, ты че сегодня такая хмурая? Да, у мамы неприятности. Представляете, кого я вчера видела? Анину маму. Сидит такая на скамеечке, вся растрепанная, и пьет прямо из горла. Правильно говорят, Горбатова могила исправит. Ребята, все помните, что завтра у нас праздник?
Приглашайте своих родителей, будем отмечать. Аня опять, наверное, свою тетю приведет. Конечно, мама-то, наверное, опять бухнутая. Сороки, хватит трещать. Ой-ой, защитник нашелся. Дочка, ты че без настроения? Мам, все смеются надо мной, что ты пьешь. Завтра у нас праздник. Приглашают всех родителей. А мне звать некого. А почему меня не позовешь? Я пойду. Мам, ну туда надо трезво идти. И нарядный. Да не бзди, что-нибудь придумаем. Лен, выручай еще раз. Надо завтра в школу нарядно идти. Не одолжишь платье? Смотри, смотри. Нифига себе, как она изменилась. Это ее мама? Вот кто сказал, что она пьет? Смотри, как хорошо выглядит. Она очень хорошо выглядит. Мам, спасибо тебе большое. Ты такая красивая. Иди, отнеси конфеты. Здравствуйте. Может, потанцуем? Отдохнули, конечно, классно. Какие люди? Вас вообще не узнать. Ой, а вы что здесь делаете? А это, наверное, ваша дочка? Очень похожа на вас. Такая же красавица. Дочка, познакомься, это... Да-да, вы даже не знаете, как меня зовут. Павел, вот и познакомились. Раз вы такие нарядные, может, сходим куда-нибудь? Нет-нет, мы домой. Конечно, сходим. Кстати, здесь такие вкусные шашлыки готовят. Да, мы сыты, только с вечеринки. Может, чего-нибудь крепкого? Можно. Свежевыжатый сок. Я сегодня всю ночь не спал. У вас бессонница? Я всю ночь думал только о вас. Мне кажется, я влюбился. Мама дома? Мам, это к тебе. Кто там? Я вас не приглашала домой. Да на чашечку кофе. Нет-нет, извините. Мам, ты чего? Ты забыла, как Никита Владимирович после этого пропал? Это вам. Что это? Что случилось? Лен, представляете, после той пьянки Никита Владимирович не хочет больше приходить. Да подождите, что панику наводите? Да сколько можно ждать? Он каждый день приходил. Его уже неделю нет. Перестаньте убиваться. Не приходит, значит, не любит. Значит, вы еще не нашли своего человека. Возможно, он сидит на Литмач и также ищет себе любимую. Давайте, убирайте свои сопли и регистрируйтесь. Да, вы правы. А вдруг это любимая? Я. В общем, сегодня привез то, что сам осилил, а завтра приедет доставка со всем необходимым. Дома будет кто-то? Я буду. Мам, мне кажется, он тебя любит. Он совсем другой. Не такой, как Никита Владимирович. Он особенный. Не отталкивай его. Не знаю, дочь. Не хочется больше никому доверять. Ну и зря. Неужели ты не видишь, что он искренне к тебе относится? Думаешь? Соживем теперь, как нормальные люди. Рано радуешься. Он еще и пропасть может на самом интересном месте. А ты, оказывается, совсем в людях не разбираешься. Возможно. Поэтому и счастья нет. Только осторожней! Сюда, сюда ставим! Плитку с той стороны можно пока кинуть. Так, вроде все купил. С завтрашнего дня начинаем ремонт. Мам, можно тебе? Что такое? В школе опять деньги собирают. Ань, ну ты же знаешь, что у меня сейчас нет денег. Так, что шепчемся, девчонки?
Да все нормально. Мне расскажете? В таких вопросах ко мне лучше подходи. Держи. Хватит столько? Тут даже много. Сдачи не надо. Спасибо большое. А это на продукты. Завтра в обед рабочих нужно будет покормить. Здесь очень много. Как же я потом их вам верну? Кстати, скоро Новый год. А мы до сих пор подарки учителям не купили. Потому что кое-кто до сих пор деньги не сдал. Возьми. Сдачи возьми. Сдачи не надо. Еще чего оставлять этим сорокам? Дай сюда. Вот, рюкзак положу. Откуда у нее такие деньги? Ой, опять, наверное, в переходе побиралась. Ты видела, с каким она гонором мне эти деньги отдала? Сразу видно, их у нее никогда не было. Анька, на, убери. Это нам на Новый год. По акции купила. Мам, ты лучше колу купила. Ну, по традиции все встречают Новый год шампанским. Ребят, идите обедайте. Ой, как красиво. Мам, неужели это наша квартира? Спасибо Павлу за помощь. Да, Никита Владимирович. Здравствуйте, Людмила. Вы что, не работаете? Я зашел, а вас нет в магазине. Да, у меня дома ремонт идет. Что? Ремонт затеяли? А давайте подойду. Может, помощь нужна? Нет, не надо. У нас есть кому помочь. Нам помощь не нужна. Я же вам сказала по телефону. О, ремонт у вас не дешевый. Откуда деньги, стесняюсь спросить? Да, долгая история. Мам, отпусти гостя, скоро дядь Паша придет. Как-то вы долго очень. Что, даже чаю не предложите? Я в тот раз его еще не попил. Все, до свидания, всего доброго. Кайф. Хорошо, что ты пришел. Так как завтра выходные, я хотела попросить тебя, чтобы ты с Аней посидел. Ну и рабочих покормите. Да без проблем. А мне на работу нужно выходить. Мам, ну, конечно, иди. Нам же нужны денежки к Новому году. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Я каждый день захожу в магазин увидеть вас. Что-то случилось? Случилось. Я понял, что не могу без вас. Я тоже много думала о вас. И очень переживала, когда вы резко пропали. Может, в кино сходим? Ну, после работы можем сходить. Два против одного. Все это слышали? Двое против одного. Вот ставка. Какая ставка? Ты же сам это сказал. Двое против одного. Эй, Карлос, давай. Трубку не берет. Дядь Паш, а мама с вами? Нет, я на работе. А что такое? Да она трубку не берет. Уже давно должна быть дома. Ань, я был в магазине, там закрыто. Где она может быть? Тетя Лен, мама у вас? Мам, ты где была? Что случилось? Так это мы хотели спросить. Что у вас случилось? Да я по магазинам просто прошлась, подарки присматривала. Новый год ведь скоро. Ну, раз все в сборе, мне пора. Ну вот, чистота и порядок. Совсем другое дело. Надеюсь, вам все нравится? Павел, конечно. Спасибо вам большое. Ну, наконец, хоть одну комнату закончили. У меня к вам это... Только один вопрос. Зачем вам все это надо? Придет время, и вы все узнаете. Ну что, мебель поедем выбирать? Дядь Паш, вы такой добрый. Я бы очень хотела, чтобы у меня был такой папа. Да не слушайте вы ее. Ань, что ты несешь? Нравится? Пошли покупать. Я такая счастливая. Пуси джуси на пусе, кучи маме на джусе. Джуси, джуси, деньги, деньги, мане, пуси джуси. Ань, чё с тобой? Мам, ну не мешай, тикток снимаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я случайно дверью не ошиблась? Здравствуйте, нет, не ошиблись. Просто мы недавно ремонт сделали. Я обещала вернуться, посмотреть условия. И вот я тут. Спасибо вам, что вовремя остановились. Может, чай или кофе?
Людмила, скажите честно, вы с Никитой Владимировичем были? Да, Лен, мы в кино ходили. Ну а завтра в зоопарк с дочкой пригласил. Я не пойду с ним никуда. Делай, что хочешь. А как же Павел? Ну, я его не люблю. Я Никиту Владимировича люблю. А вы забыли, как он побрезгал вашим столом? Даже в комнату не зашел. А сейчас появился на все готовое? Вам самой не подозрительно? Вы хоть понимаете, что он вам голову морочит? Он ведь ничего для вас не сделал. Ты знаешь, как дядь Паша сегодня переживал за тебя? Сами определитесь, что вы хотите. Не нужно тогда Павлу давать надежды. Перестаньте на меня давить. Я сама разберусь, что мне делать. Разбирайтесь. До свидания. Приходите еще. Мальчик, тебе чего? Тетенька, может, у вас есть булочка какая-нибудь свежая? Очень кушать хочется. А мама твоя где? Мама дома, пьяная спит. Подожди, я тебе пакетик соберу. Как тебя зовут? Женя. Жень, ты приходи почаще, будем дружить. Ух ты, это нам надолго хватит. Лен, вы куда? Мам, это по-свински. Что значит по-свински? Я никому ничего не обещала. Человек сам захотел помочь. Я его не просила об этом. Ты из-за своего Никиты Владимировича человека даже обидела. Работу закончили, пойдем в зоопарк? А Аня где? Да она не захотела, у нее голова болит. Женечка пришел. Здравствуйте. Кстати, Жень, ты не хочешь в зоопарк сходить с нами? Зоопарк? Очень хочу. А можно? Куда в таком виде? Он весь грязный. Зачем нам нужен этот оборваныш? Того и гляди, карманы обчистит. Как вы можете так говорить? Я была о вас лучшего мнения. Женечка, подожди. Дядя уже уходит. Не обращай внимания ни на кого. Заходи и все. Мы же с тобой дружим. Держи. Слушай, а давай вдвоем пойдем в зоопарк? Ты же так хотел. Давайте. 1200, пожалуйста. Ух ты! Круто! Я, кстати, в зоопарке ни разу не был. Расскажи о маме. Какая она? Мать как мать. Напьется и спит. И так каждый день. Дома кушать нечего, а водка всегда в холодильнике. Бедненький. Привет, Анечка. Мама дома? Мама? Наверное, опять по магазинам ходит. Да магазины уже закрылись, наверное. Завтра мебель должны привезти. Точно, я вспомнила, она же звонила. Сейчас уже скоро приедет. Ну как тебе зоопарк? Понравился? Да, особенно слон. Я его по-другому себе немного представлял. Извините, я ваши деньги подобрал. Возьмите. А я знала, что ты сознаешься. Молодец, оставь их себе. И опять с Никитой Владимировичем была. Людмила, простите меня за вчерашнее поведение. Не знаю, что на меня нашло. Да я уже и забыла. Ну, куда сегодня пойдем? Погода хорошая, можно в парке посидеть. Не отдам! Господи, и он здесь. Это я нашел, это мое. Смотри, там Женя. Не отдам, сказал, не отдам. Что он там делает? Его там обижают. Да пусть он сидит с этими бомжами. Вам какое дело до него? Ну, знаешь ли, на этот раз точно до свидания. Ну что, шик, блеск, красота? А у вас отличный вкус, Людмила. Очень неуютно, я вам скажу. Так, девчонки, ну что, надо это дело отметить? Несите шампанское или в ресторан пойдем. А можно выпить и в ресторан. Маме много не наливать. А что такое? Сегодня можно. Такое дело сделали. Ань, ну может хватит маму уже контролировать. Ну что, еще по бокальчику? Нет, мне, пожалуй, хватит. Голова болеть начинает.
Усы сбрили. Прям помолодели. Мама любит мужчин без усов. Анька! Ой, Анька, можешь-то делать комплименты. Салата горячая я записала, а попить? Мне водочки, ну а девчонки у меня не пьющие, им по соку. Ну, давайте за вас. Давайте выпьем за будущую свадьбу. За чью это? Ну, вы ведь скоро поженитесь? Ань, да ты чего? А человек аж подавился. Ну, дядь Паш, ну скажите правду, вы ведь маму любите. Значит, скоро свадьба. Ну, Анька, опередила ты дядю Пашу. Здравствуйте. Заходи, Женечка. Я за булочками пришел. Бери, конечно. Ешь на здоровье. А еще можно мандаринов немного? Конечно. Давай я тебе всего положу. Я просто не думала, что у тебя все так быстро закончится. А можно еще водку маме? Ну, а водку давай я твоей маме сама отнесу. Возьмите себя в руки. Ведь у вас мальчик такой славный. Порядочный, добрый. Слышь, ты кто такая? Ты сама хоть знаешь, что это такое? Ну что, девчонки, салаты все готовы? Ну, почти. Бутерброды осталось сделать с рыбой. Да рыба есть, а вот хлеб забыли купить. Так в чем проблема? Сейчас сгоняем. Хозяйки, принимайте гостя. Иду, смотрю, сидит на морозе, хлеб жует. В общем, отмыть надо его, да накормить. Ну, повернись, поздоровайся с хозяевами. Женька, ты что ли? Что ж ты заходить-то перестал? Мне мама запретила к вам приходить. Мам, кто это? Павел, спасибо вам огромное, что не прошли мимо. Да никто бы не прошел. Кого-то мне это напоминает. Ты ешь, ешь. Ну что, давайте шампанское открывать. О, бокалы берем. Я хочу выпить за хозяев этого дома. Спасибо за гостеприимство. Всех благ вам, девчонки. За вас, девчонки. Я очень рад нашему знакомству и рад, что снова обрел родных людей. Такой женщины я никогда не встречал. Новым годом! Ура! Я тоже рада, что встретила хороших людей. Спасибо вам. Без вас я бы не справилась. Мужики, лопать хватит. Тост ждем. С Новым годом. Людмила, это вам. Мне спасибо большое. Я на самом деле очень долго думал, что вам подарить. И решил, что это самая подходящая и нужная для вас сейчас вещь. Какая прелесть. Какой он мягкий. А какой он теплый. Мам, помнишь, ты говорила, что хочешь такой плед? Как вы угадали, Павел? Красота, расцветка шикарная. Павел, если не секрет, где вы такой покупали? На Валберис. Огромный какой, подарок просто супер. Моя мать купила у этого продавца такой же плед и очень довольна. Так что успейте заказать в качестве подарка и для себя. Тем более, что там сейчас новогодние скидки. Дядь Паша где? Домой. Спать ушел. А что этот делает в нашей квартире? Мы Новый год отмечаем. Перестань так общаться. Все уже давно спать легли. Ты забыла, что тебе нельзя? Анна, я вам подарок принес. Так забирайте свой подарок и уходите отсюда. Если ты не прекратишь сейчас, вылетишь отсюда. Похмелиться надо. Зачем так пить, чтоб потом блевать? Давно не пила, поэтому такой отходняк. Мне нужно чего-нибудь шипучего. Сходи в магазин, а? Ты время видела? Мне страшно идти в такое время. Оставишь мать вздыхать. Ничего, я тебе напомню.
Ладно, давай куплю. И пиво не забудь. Наконец-то. Чувствую себя человеком. Мам, дядь Паша сегодня придет. От тебя ведь запах будет. А ты думаешь, он не пил? Сейчас весь январь люди пьют. Праздники ведь. Но ты, надеюсь, не будешь? А я что, лысая, что ли? У меня уважительная причина. В праздники-то имею право. Но потом ведь не остановишься. Это тебе так кажется. Мам твоя молодец. Это, наверное, дядь Паша. Добрый день. Заходи, заходи. Раз так, хорошо. Что ты делаешь? Я ухожу к тете Лене и буду жить там до тех пор, пока он не перестанет сюда ходить. Мама уже сделала свой выбор. Мы не должны ей мешать. Мама тоже хочет быть счастливой. Как же дядь Паша? Ведь он столько для нас сделал. Я не понял, она тебе что еще условия диктует? Да кто ее слушает? Мелко плавала еще. Посидит у своей Лены, да вернется. И вообще мне эта Лена не нравится. Высокомерная баба. Пошли ко мне. Что-то мне как-то от тебя неуютно. Как раз по дороге водочки возьмем. А к водочке селедочки. Здрасте, Люд. Привет, Люд. А кто это? Мой друг. Ну, прощайтесь. Пошли домой, уже поздно. Ты не обижайся, я домой. Еще старый Новый год впереди. Здравствуйте, Юля, сестра Павла. Людмила, очень приятно. Проходите к столу, а я пока пирог посмотрю. Мам, ты когда успела сфотографироваться? И платье не твое. Это не я. Вернее, я, но почему я этого не помню? Тетя Лен, я пойду с зарядкой схожу, а то у меня телефон садится. Ну, наконец-то все в сборе. В общем, у меня сестра приехала. Хочет с тобой познакомиться. Поэтому завтра приглашаю всех к себе на ужин. Ну, хорошо, я не против. Ну все, женек, пойдем, я тебя провожу и готовиться буду к завтрашнему дню. А что, он все это время с тобой был? Мам, видишь, он тебя уже со своими родными знакомит. Точно на тебе жениться хочет. Ой, не говори глупостей. Мам, одень это платье, оно тебе очень идет. Ну что, познакомились? Юля, это моя любимая женщина. Людмила, вы выйдете за меня замуж? Так неожиданно. Я вам дам ответ после вашего объяснения. Что это за фотографии висят в гостиной? Я давно хотел с вами поговорить. Это фотография моей погибшей жены. Не может быть, там мое лицо. Моя жена долго вас искала. Мы с ней были знакомы. Она была вашей родной сестрой, двойняшкой. Вы шутите? Еще совсем крохой тебя украли с детской площадки. И все это время искали. Ну, а потом пошли слухи, что тебя вывезли из города. И шансы найти тебя были уже невелики. А мама? Где мама? Мать долгое время болела. Умерла несколько лет назад. Господи, ну как так-то? Любочка, почему она умерла? Ведь такая молодая. Автокатастрофа. Несчастный случай. Я закружилась голова. Я хочу домой. Я вас провожу. Господи, я чувствовала, что она не моя мать. Но почему они нашлись сейчас, когда их нет живых? Почему я не могу их обнять? Мам, ну у тебя есть я, Павел. Анечка, прости меня за свое детство. Мороженое. Пойдем дальше, нет у меня таких денег.
тебе там такой букет цветов принес. Дядь Паша с цветами пришел. Ты эти цветы лучше на могилу отнеси, Люби. Отнес. Я был сегодня у нее. Рассказал, что нашел тебя. Пусть порадуется за нас. Цветы-то держи. Ну что, ты подумала? Нет. А когда дашь ответ? Мой ответ нет. Как? Не могу поверить. Я не хочу всю жизнь быть Любой. Я другая. А я думала, что он так суетится. Действительно влюбился. А тут вон оно что. Обратил внимание только из-за сестры. Ходите отсюда и перестаньте сюда ходить. Мам, не выгоняй Павла. Все, и чтоб ноги его больше здесь не было. Мам, да ты чего такая злая? Людмила, я действительно в тебя влюблен. Прошлое в прошлом. Давайте жить настоящим. Извините, но я вас не люблю. Жалею, что вообще с вами связалась. И такого человека потеряла. Я деньги заработаю и обязательно расплачусь с вами. Не могу быть должной. За ремонт отдам. Здравствуйте, Никита Владимирович. Может, встретимся? Я соскучилась. Слушай сюда, не беспокой меня больше. Я нашел другую женщину. Почему ж мне так не везет-то? Что случилось, мам? Ты опять выпила? Никита Владимирович, он уже другую женщину себе нашел. Слава богу. Главное, чтобы он с ней остался. Бессовестная. Совсем мать не понимаешь. Значит, так любил тебя, раз так быстро другую нашел. Это все из-за этого Павла. Зря я тебя послушала тогда. Не надо было время на него тратить. Я в школу. Если честно, даже домой лишний раз не хочется. С моей мамой, видимо, не получится жить спокойно. Да забей ты. Пусть взрослые сами разбираются. Я вот что подумала. Нет, ты этого не сделаешь. Павел, Аня у тебя? Нет, а что случилось? Она до сих пор не пришла со школы. Так уже ночь на дворе. Жди меня, сейчас приеду. В полицию звонили? Куда она могла подеваться? Когда ты ее видел в последний раз? В школе. Я раньше ушел. Ань, я не могу врать. Зря ты это затеяла. Пусть понервничает. Надеюсь, помирится. Ладно, не переживай. Может, с подружками пошла куда? Да нет у нее подруг. Если они еще раз позвонят, я расскажу правду. А если твоей маме плохо станет, мне от моих родителей влетит. Какой ты слабак. Я тогда ухожу отсюда. Старший лейтенант Сидоров, гражданка Анна Ленина здесь скрывается. Аня, тут из полиции пришли. Иди. Владимир, родители ваши дома? На дачу уехали. Нехорошо, ребята, скрываться от родителей. Мама там уже заявление написала. А ну, марш домой. С тобой мы еще поговорим. Стукач. Ну, принимайте свое чудо. Дочка, ну как же так, а? Где ты была? Ты знаешь, как мы с Павлом переживали? Ну, зато помирились. Так ты это... Павел, может, вы с ней поговорите? Это ты теперь постоянно будешь сбегать, как проблемы в семье начнутся? Ну, мам, прости, я хотела как лучше. Мне было жалко Павла. А мать тебе не жалко? Я чуть с ума не сошла. Павел хотел уже скорую вызывать, бессовестная. Спасибо вам, Павел, что все это время были рядом. Может, сходим куда-нибудь? Ну, собирайтесь, мороженое пойдем есть. Дядь Паш, а по-моему, мама тоже вас любилась. Она очень переживала тогда из-за вас. Да,
Ну, это хорошая новость. Слушайте вы ее больше, вечно как скажешь что-нибудь. Ну, неужели я вам чуточку не нравлюсь, Людмил? Пойду-ка я носик попудрю. Правда, не нравлюсь? Ну, нравитесь, и что? Это все равно ничего не изменит. Мои мысли по поводу этой ситуации все равно остались те же. А что может изменить ваше мнение обо мне и о всей сложившейся ситуации? Время. Ну, хорошо, я буду ждать. Столько, сколько захотите. Тут так классно, так хорошо, что мы сюда пришли. Эх, настроение сегодня какое хорошее. Дядь Паш, может, хватит? Домой как поедем? Красивая, да? Официант, еще 300 грамм принеси. Мам, поехали. Что нам здесь делать? Ну, как мы его в таком состоянии оставим? Паша, вставай! Вот тебе, дядь Паша. А я была такой счастливой. Ваш счет, пожалуйста. И заведение уже закрывается. Покиньте, пожалуйста, помещение. Как тащить-то его будем? Вставай, Паш! Чего вы меня тащите? Чего-то я прям разочаровалась в нем. Ты видела, как он на нее смотрел? Прям видно было, как она ему нравится. Но когда он вышел с ней танцевать, зрелище, конечно, не для слабонервных. Что, ты и дальше будешь уговаривать меня присмотреться к нему? Да, думаю, нет. Пьет он, оказывается, так, нехило. В нашей семье такого было достаточно. Мам, может, стоит зарегистрироваться на Литмач? Там найдешь себе мужчину не пьющего, порядочного. Тетя Лена ведь нашла. Попробую, конечно. Чем черт не шутит? Люд, привет. Я хотела извиниться за свое поведение. Люд. Алло. Ань, расскажи, пожалуйста, что вчера было? Я плохо помню. Не звоните сюда больше. Интересно, ты такой же, как дядя Паша? Вы, наверное, все мужчины одинаковые. А чем тебе дядя Паша не угодил? Это слишком личное. Люд, да извини, я не знаю, что на меня нашло. Так, разговор окончен. Вы даже не знаю, как вас назвать. Алкаш неотесанный и бабник. Называйте, как хотите, я это заслужил. С момента нашего знакомства ты очень изменилась. А в какую сторону? В хорошую или в плохую? Ты какая-то сердитая, что ли, стала? Почему это? Если я начала показывать свой характер, это не значит, что у меня его не было. Мне нравилась та Аня. Добрая, беззаботная. А я и не стараюсь тебе понравиться. Зачем ты дядь Пашу погнала? Я ведь вижу, как он к тебе относится. Знаешь что? Это наши дела. Мы сами разберемся. Не б такого отчима, который бы любил меня просто так. И дарил бы такие... Здравствуйте. Садитесь. Ну так что? Ты не договорил? Мам, ну все, я сделала уроки. А почитать? Да успею, мам. Что-то ты какая-то грустная. Да нет, все нормально. А я по дяде Паше скучаю. Кстати, он давно уже не приходит. И не звонит. Может, сама позвонишь? Ну вот прямо сейчас и позвоню. Не берет. Может, мне с моего попробовать?
Что это может быть? Обиделся, наверное. Или нашел кого-то. Что? Нет, ничего, просто мысли вслух. А у тебя есть номер его сестры? Нет, я не брала. Ну что с тобой? Ты уже третий день какой-то поникший. Да опозорился я, Юль. Люда теперь никогда меня не простит. Ты из-за этой ситуации, что ли, в ресторане? Слушай, мой тебе совет. Забудь ты эту Люду. Я тебе сразу сказала, не пара она тебе. Хочешь любовь свою найти? Вон, залез на сайт, зарегистрировался на Литмыча и выбирай «не хочу». Там много нормальных и адекватных. Найдешь себе ту, которая будет тебя уважать и любить. Я подумаю над твоим предложением. Здравствуйте. А дядь Паша дома? Дома, в своей комнате. Что-то он давно на связь не выходит. Запереживали немного. Он целый день сидит дома и никуда не выходит. Депрессия у него. И со мной не общается. Он пьет. А можно к нему? Проходите. Дядь Паш, а вы нам в зоопарк обещали сходить. Может, сегодня сходим? С удовольствием. А я мороженого нам купил. А мы по вам очень скучали. Мама очень переживала, что вы не приходите. Паш, а предложение жениться еще в силе? Я только об этом и мечтаю. Что, себе телефон купил? Еще и 13-й айфон? Богато живешь. Дай хоть в руках подержу. Я так давно о нем мечтала. Так забирай его, это ж твой подарок. Подарок? Ну да, тебе ж дядь Паша дарил, а ты его выбросила. Ну, дядь Паша, как он догадался, что я его хотела? Да все его хотят, вот и угадал. Кстати, я тебя приглашаю на свадьбу. Мама с Павлом скоро женятся. Круто! Спасибо.